Физкульт, привет, друзья и ученики! Несмотря на то, что многие считают, что мой канал для натурального тренинга, также моими советами пользуются люди, те, кто использует фармакологию. И сегодня мы с вами в очередной раз поговорим о фармакологии, о том, вредна она или не так страшен черт, как его малюют. Спонсор сегодняшнего выпуска как раз-таки компания «Мои друзья», выпускающие и продающие фармакологию, в том числе и гормон роста. Компания находится в Беларуси, вы можете смело заказывать любые препараты. Мое слово – гарантия качества и гарантия того, что вы получите то, что закажете. А вы знаете, что на рынке современной фармакологии очень-очень много фейков, подделок, пустышек. Но не каждый препарат содержит в себе даже то, что заявлено. А если и заявлено, многие препараты, к сожалению, содержат гораздо меньшее количество вещества. Вот почему, когда современные люди спрашивают Дориана Ятса или кого-то другого спортсмена из той эпохи, какое количество того или иного препарата ставил спортсмен, и удивляются, почему такие минимальные дозировки, как им кажется, по сравнению с современными дозировками. Все очень просто. В современном мире дозировка препарата в большинстве случаев, в 99%, не соответствует заявленной на ампуле. Да, если пишут полграмма, то там от силы 250-300. Поэтому вы понимаете, что люди, не получая того эффекта, который хотят, увеличивают дозировки. Но опять-таки, сразу хочу сказать, те, кто смотрит мой канал и является натуралом, могут не смотреть данный выпуск, чтобы не расстраиваться, чтобы не понижался уровень их собственного тестостерона. Я не за то, чтобы принимали анаболические стероиды или андрогенные. Но я и не против самих препаратов. Ведь это медицинские препараты, которые были придуманы для здоровья, а не как, к примеру, тот же алкоголь. И если меня спросят, а меня часто спрашивают, что вреднее, алкоголь или стероиды, я говорю, что алкоголь. И это правда. Ведь задумайтесь, несмотря на то, что говорят вам псевдогуру, которые, пускай даже тренируются всегда натурально, а я не всегда тренировался натурально, и я это не скрываю и не стыжусь этого. Гораздо больше опыта я имею именно в натуральном тренинге за счет того, что имел опыт и применение фармакологии. Я понимаю четкую разницу между грамотным тренингом и бестолковым тренингом. А если вы сидите на фармакологии, друзья, то вы можете позволить себе тренироваться безалаберно. Натуральный атлет не может себе этого позволить. И вопрос не в том, нужны ли анаболики или не нужны. Вопрос в том, когда начинать их ставить. Вредны они или не вредны, действительно, тоже не вопрос. Потому что с дуру можно и хрен сломать. Любое лекарственное вещество в большой дозировке является ядом. В том числе и стероиды. Но задумайтесь, если вы выпьете, к примеру, 1,5-2 бутылки водки, к чему это приведет? Это с гарантией приведет к тому, что вы окажетесь в деревянном ящике и вас закопают. Кому повезет больше, того просто сожгут. Но если вы обдолбитесь тестостероном в любых дозировках разово, с вами не случится смертей. Никто из вас не умрет. Конечно, будут побочные эффекты, будут серьезные побочные эффекты. На здоровье это скажется критически. Скорее всего, произойдет химическая кастрация. Она так и происходит за счет введения в организм высоких доз тестостерона. Но вы не умрете. Понимаете разницу? И те все реальные качаловы, которые составляют по своей глупости и тупости целые списки людей, умерших от фармакологии, якобы умерших от фармакологии, не понимают одной простой вещи. Они просто смешны. Почему? Объясню. И все вы прекрасно поймете глупость и тупость вообще происходящего. Умер человек, к
примеру, там от почечной недостаточности. Человек занимался бодибилдингом. Да, действительно принимал фармакологию. И спишут это, естественно, не разбираясь, сразу на стероиды. Любую другую болезнь, от которой умрет этот человек, и это спишут на применение фармакологии. Понимаете, это факт, это я не придумываю. Тупые люди всегда, и даже медики, идут по самому простому пути. Но почему в этом нет абсолютно никакой логики? Да потому что любой другой человек, который даже штангу в глаза не видел, не слышал никогда ни о какой фармакологии, тоже умирает от этой болезни. Вот если бы были специфические болезни, приводящие к смерти от анаболических стероидов и только от анаболических стероидов, тогда можно было бы говорить о их вреде. Но опять-таки, не подумайте, что я призываю вас к приему фармакологии. Если вам до 30-35 лет, то вообще не стоит об этом задумываться. Естественно, если вы не являетесь выступающим спортсменом или не хотите им стать. Но и то необходимо какое-то время позаниматься в натураху. Хотя бы 2 года дайте себе на то, чтобы потренироваться натурально. А если вы подросток, то вообще не думайте о фармакологии. У вас такое количество гормонов, что вы даже представить себе не можете. Почему большинство подростков, что бы ни ели, какой бы образ жизни ни вели, не полнеют, не набирают жир? Никогда не задумывались? Это именно по той простой причине, что гормонов невероятное количество в организме. Тренируйтесь грамотно, тренируйтесь на силу. Первые 2 года нужно посвятить себя целиком и полностью пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, неважно. Главное вырабатывать в себе силу. Это потом заложит в вас такой фундамент, что вы просто представить себе не можете. Самые мощные, самые ярко выразительные атлеты бодибилдинга как раз таки пришли в бодибилдинг из силовых видов спорта. По крайней мере, во времена 90-х так было. Сейчас, когда уровень фармакологии невероятно высок, можно начинать тренироваться из бодибилдинга чистого. Но это глупо просто по той простой причине, что вы не наработаете ту базу необходимую силовую, которая позволит вам стать реально огромным, реально сильным атлетом. Чем чаще, вернее, чем раньше вы начнете принимать фармакологию, тем хуже для вас. Поэтому я и создал 4 ступени на 2 года, расписанных четко планы, как, когда и что делать, как тренироваться, какие упражнения. Каждая из 4 ступеней содержит в себе тесты, по которым вы можете понять, что вы закончили работу на данной ступени, и вам пора переходить на следующую ступень. Пройдя эти 4 ступени, и поверьте, у большинства из вас займет это как раз таки где-то около 2 лет, вы можете уже считать себя середнячком и переходить на тренинг по периодизации, на тренинг для непосредственно бодибилдинга, культуризма, атлетизма, называйте это как хотите. Но, друзья, поверьте, как только вы начнете свои посещения в тренажерный зал, если вы будете качать бицепсы и грудь, ничего из вас не получится. Начинать нужно с 4 самых грамотных, самых важных, необходимых упражнений для всех. Это приседания, становая тяга, брусья и подтягивания. У меня был отдельный ролик даже об этом, но многие думают, что все это нужно делать в один день. Нет, друзья, изучайте мои статьи, статьи так и называются, ступени, и вы поймете, как, что, когда и поскольку необходимо делать. Развивайте силу. После этого только думайте о том, можете ли вы что-то из себя представлять в данном виде спорта. Почему говорят о генетике? За более чем 25-летний опыт тренинга личного и уже больше 10 лет я тренирую людей персонально, я заметил, что все мы с вами действительно отличаемся, но не по признаку, как сейчас говорят, эктоморф, мезоморф, это все ерунда. На тренировке это никак не влияет. Если какой-то инструктор говорит вам, что тренироваться эктоморфу нужно так, а мезоморфу так, эндоморфу по-другому. Человек полностью
дебилен в нашем виде спорта. Никак это не влияет на тренинг. На что это может влиять? Это может влиять и должно влиять только на план питания. Действительно, исходя из того, какому типу телосложения, а не будем забывать, что это психолог придумал, это психологический тип телосложения, нам необходимо и строить план питания. Кому-то больше углеводов, кому-то меньше. Это показывает как раз-таки нашу конституцию, как мы влияем, как наш организм отзывается на инсулин, на другие питательные вещества, на то же количество БЖУ в суточном рационе. Вот это грамотно. Если вы эктоморф, мезоморф, эндоморф, обращайте внимание на свое питание. Но, пожалуйста, не впадайте в тупизм, дебилизм тех людей, которые будут вас учить, что вам нужно тренироваться как-то отдельно. Кстати, на этот счет у меня есть тоже отдельное видео и статья. Советую вам обязательно с ней ознакомиться. Еще о чем хочется сказать, это о рейтинге мышечных групп. Здесь я не буду все вам приводить, потому что есть отдельная статья и отдельное видео. Настоятельно рекомендую его изучить. Вернемся к фармакологии. Для чего нужны эти 2 года, помимо того, чтобы наработать определенный силовой фундамент? Когда вы, отзанимавшись по базовым принципам, 2 года, пройдя 4 ступени, вы увидите, какой результат вы достигли, с какого результата вы начинали приседать, становую тягу тянуть, и чего достигли через 2 года. Поверьте, друзья, вы четко поймете, это ваш спорт или нет.